Эта испанская шоколадка весит 100 грамм и понравится тем, кто увлекается полезным питанием и старается, в принципе, употреблять меньше сахара. Открытого состава может быть не очень полезным, потому что все-таки заменители не всегда натуральны. Есть упаковочка, которая внешне из картона с полным описанием товара, кроме русского, на нескольких других языках, и фольгой. Собственно, внутри же вы встретите прямоугольную шоколадку темно-коричневого цвета с легким запахом какао и почти отсутствующей горечью. Сладость едва будет ощутима, больше апельсин и в аромате. Собственно, начинка ее очень нежная, приятная и аккуратная. Спасибо вам за внимание. Ждите новые обзоры, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, дизлайки, как пожелаете. И всего вам приятного и хорошего же, а в том числе и